В адрес правительства Вологодской области обратилось руководство ВГТРК с предложением провести на нашей территории всероссийский фестиваль «Человек и вера». Мы с удовольствием откликнулись на это предложение, потому что Вологодская область исконно является территорией духовной, исторического, культурного наследия. И поэтому нам очень приятно, что именно наш регион был избран всероссийской телерадиокомпанией в качестве того, кто в этом году примет эстафету проведения этого фестиваля. Такой фестиваль на нашей территории проводится впервые. И 1-3 ноября этого года мы впервые все станем участниками крупного мероприятия по отбору лучших телевизионных программ, радиопередач, посвященных вере, посвященных разным вероисповеданиям, конфессиям, национальностям. И Вологодская область очень рада принять на своей территории это действительно значимое всероссийское мероприятие. Мы на самом деле понятие веры трактуем максимально широко. Это и межконфессиональные, межрелигиозные отношения, но это и духовность, и патриотизм, и вера в себя, вера в свое благое дело. Действительно, вот как сказал Алексей Игоревич, фестиваль в Вологде пройдет впервые. Это на самом деле очень грандиозное событие, крупный медиафорум, он третий. Первый проводился в Тобольске в 2014 году, в 2015 году он прошел в Казани, вот сейчас эстафетную палочку перенимаем мы. Я хочу сказать, что это для региона тоже крупное событие, поскольку и важное событие, поскольку регион имеет возможность еще раз заявить о себе, еще раз гостям презентовать все наши красоты, все наши уникальные памятники. И для журналистского сообщества российского это также возможность посоревноваться между собой, выявить лучших из лучших в этой теме. И уже сейчас я готов пригласить к участию телерадиокомпании со всей страны, смотреть уже в своих архивах те программы, которые вышли с 15 сентября 2015 года по 15 сентября 2016 года включительно, для того, чтобы они стали конкурсантами нашего большого фестиваля. Поскольку я уверен, что тема человека и веры, тема нравственности и патриотизма, она является одной из ключевых тем для любого российского средства массовой информации. Работы мы планируем принимать уже с начала июля. В конце июня будет запущен нами сайт «Человек и вера 2016». И вот в последней декаде июня мы его запускаем и тестово обкатываем, и уже в июле мы начинаем прием заявок. На сайте будет полная информация. Еще раз, «Человек и вера 2016.рф». Вот на этом сайте можно будет найти всю полезную информацию.